Как знают наши постоянные зрители, игра StarCraft завоевала большую популярность во всем мире среди поклонников стратегий. О ней мы уже рассказывали в наших прошлых передачах, поэтому вряд ли найдется хоть один любитель стратегий, который не ждал бы с нетерпением продолжения эпической саги о завоевании космоса от фирмы Blizzard Entertainment. И когда вышел долгожданный диск с названием Brood Wars – «Война племен», геймеры поспешили сразу установить его в свои мультимедийные комбайны. Brood Wars – это не просто дополнительный набор миссий с новыми картами. В нем появились новые юниты, которые заметно повлияли на ход игры и местами полностью изменили стиль сражений. Ландшафты стали более светлыми и прибавился мир сумерек. Сюжет новой игры прост и незатейлив. Протоссы и зерги пытаются вернуть свои родные миры и добавить к ним новые, но земляне, как всегда, не оставляют от их надежд камня на камне, и все это на протяжении 24 миссий в трех новых кампаниях за каждую расу. Бои из беспорядочных свалок превращаются в настоящие тактические битвы умов. Причем задача стоит поистине суворовская. Воевать приходится малыми силами и умением. Какими новыми видами вооружений может похвастаться каждая конфликтующая сторона? Земляне обзавелись медицинским корпусом, состоящим из врачей, которые не только лечат и снимают заклинания со своих юнитов, но и ослепляют врага, сокращая радиус его видимости. Кроме этого, на вооружение поступили новые воздушные истребители для уничтожения любых летающих объектов противника. Одна из самых замечательных особенностей StarCraft «Война племен» заключается в том, что программа поддерживает сетевой режим. В этом режиме разворачиваются самые азартные и ожесточенные игры, причем возможны различные варианты сетевой битвы вплоть до интернет. Вы можете вступить в битву, воспользовавшись фаргусовским сервером BattleDA, где есть новые юниты, новые карты и новые возможности. В чем секрет успеха StarCraft? Наверное, в крепком сюжете, простом интуитивном управлении, богатством выбора юнитов и разнообразии игровых ситуаций, которые никогда не повторяются.